если незаметно. Допустим, так, бац, тянут деньги на пятку. Но работать надо, действительно. И займусь рассадником. Хотя в огороде немножко тоже осталось, чем я утеплилась. Сейчас такой период, надо быть аккуратными. Берегите свое здоровье, пусть будет лучше жарко, чем холодно. Моя цена сегодня 20 злотых. Полисадники и пролить его водой. У нас засуха жуткая. В общем, по видео я посмотрела по своим, у нас уже почти 2 месяца не было дождей. Поэтому расту, что там нужна вода на зиму, чтобы они хорошо зимовали. А для этого надо сначала здесь убрать, чтобы видеть, куда поливать. Эти месяцы холодно стало, да? Дубок, скажи, жуткий есть. Борщ из уточки у нас сегодня. А запах такой вкусный. У нас последний день сентября, не знаю, слышно меня будет или нет, но вот такая жуть творится. Ураган, просто жуткий ураган на улице. Терпеть не могу сильный ветер. Ну, что поделаешь. Иду, короче, почистила фасоль. Я, наверное, вставлю видео, как я ее чистила капельку. И сейчас покажу, что будет дальше. Ой. Капустка-то еще, может быть, даже и подрастет вот это. Сегодня борщ собралась варить. Тут подморозили с моей помидорки. Но все-таки есть созревшие. А это вот мы вот так вот делаем. Это, кстати, очень отличное азотное удобрение в огороде. Так что вот так вот мы их делаем. Надеюсь, до вспашки. Вот так вот. Есть, есть. Холодно. Холодно на улице. Еще сюда яблочки, ну и всякую всячину удобряем огород. Пока так убрали, в основном осталось самое приятное. Ой, я сливу позбивала. Ну, это червинка в основном. Короче, я мало осталось очень. Сейчас хочу нарвать сливу. Варим сейчас компотики, очень полезные витаминки. Тут решила даже подсобирать, чуть-чуть есть хорошие. Кстати, со сливами очень вкусная запеченная курица или уточка. Имейте в виду, я запекала и сливки запеченные, очень вкусные. Да?
буду думать, куда это все размещать. Моя небольшая добыча с холмов. Видео, с которых я сейчас выгружаю, это тюрн и шиповник. Немного шиповника, очень мало было. Здесь даже боярышник попадается, я его хочу вырастить с косточки. А тюрн еще зеленоватый, еще рано, потом пойду еще на него. Это красавец. Осеннее цветение мне выдал. Кто еще с ним? Чук. Пересадила. Этот надо пересадить. Этот пересадила, этот надо пересадить. А это укорененный. Надо делать уборку срочно.